Здравствуйте, ребятушки и девчатушки. Я рад вас приветствовать на своем канале Жук в муравейнике. С вами ученик 77, он же дядя Саша Великий. И очень ужасный. И у меня для вас преприятнейшее известие. Вы не поверите, но 27 июля в пятницу в 8:00 вечера, то есть в 20:00 по московскому времени, состоится стрим на нашем канале. Да, наконец-то сбылось, свершилось, ура-ура. Вот. Ну что я вам хотел бы сказать. Очень много будет на кон поставлено с моей стороны во время проведения, так сказать, самим фактом проведения этого стрима. Поэтому и от вас тоже не то чтобы требуется, конечно, не требуется, а есть пожелание с моей стороны, чтобы от вас тоже было некоторое участие. В чем оно заключается? Хотелось бы нахватать кучу лойсов на наш предстоящий запланированный стрим. Кстати, сейчас у вас на экранчике должна выскочить подсказочка на этот стрим. Будет и в описании видео ссылочка на запланированный стрим, и на экранчике выскочит. Оп-оп-оп, сейчас должна выскочить. О, вот она выскочила. Значит, ставим на него лайки. Объявляется у нас акция с хэштегом... С хэштегом «Ура, стрим у дяди Саши!» Вот. Распространяйте этот хэштег и сообщение о предстоящем стриме на всех площадках, во всех соцсетях, каких только возможно. Привлекайте друзей, товарищей, сослуживцев, сокамерников, подельников, всех, кого найдете, чтобы они прославляли наш канал и наш стрим, подписывались на него, ставили лайки. Заводите себе вторые, третьи, десятые, пятые аккаунты в Ютабе, ставьте, понимаешь, лойсы, чтобы к пятнице мы набрали кучу лайков на стриме, который запланирован. Так что вперед, я в вас верю, еще раз повторяюсь, ссылка будет и в описании видео, и выскочит на самом экранчике. Правда, не на всех устройствах показываются подсказки в Ютабе, но на большинстве показывается. Все, ребятушки, ждем 27 июля 20:00 по московскому времени будет стрим по нашему любимому The Long Dark. Надеюсь, все получится, что я запланировал, все осуществится, и ничего нам не сможет помешать. Все, за сим я с вами сердечно прощаюсь, желаю вам удачи в игре и, естественно, остерегаться кого? Правильно, волков. Увидимся.